В Северском районе с размахом отметили единый день фольклора. На площади у Дома культуры станицы Азовской состоялся районный фестиваль «Жизнь казака». Мастера народных промыслов представили на ярмарке гостям мероприятия плоды своих трудов, а творческие коллективы со всего района – театрально-музыкальные номера. Мы вносим свой вклад в популяризацию традиционной народной культуры, а это сейчас действительно очень-очень важно. Получайте удовольствие, наслаждайтесь. С праздником всех вас! На Кубани все делали с песней весело и дружно. Особое отношение у казаков всегда было к православной вере и традициям, сопровождавшим человека с момента рождения до самой свадьбы. Появление в семье первенца мужского пола. Праздник особый. Родился помощник, воин и кормилец. Добрые соседи тут как тут у колыбели малыша. Обряд рождения показал коллектив Михайловской централизованной клубной системы. Дарили новорожденному не только игрушки и подушки. Бывало сразу коня и оружие. Так я эту нагайку дарю вашему казачку. Пусть она будет ему доброй подругой. Ой, спасибо. А пока казак рос, гостей праздника угощали пирогами. За это время казака успели покрестить и обучить хлопотливой деревенской жизни. Даже мазать хату вместе было весело. Коллектив из села Львовское свое театрализованное представление сделал максимально реалистичным, не боясь запачкать ноги. Соломки на трусе топотрошку. Повторить процесс никто из гостей фестиваля не согласился. Артисты из станицы Азовской показали трогательную сцену проводов казака на военную службу. Были здесь и пляски, и, конечно, слезы. Много слез пролила девчина, но все же дождалась своего суженого, вернувшегося с царской службы возмужавшим. Обряд обрежения невесты перед свадьбой показали ильчане. Тут уж невесту не только наряжали, но и снаряжали особой женской мудростью. Крестная плохому не научит. Галю, коли в церковь будете заходить, ты перво на рушник становись, тоді всім верховодить будеш. І по сторонам не дивись, хто б тебе не гукав. Казаку действительно повезло, невеста оказалась на редкость хороша. Вчера пироги пекли на свадьбу. Я золу из печки выгребла и узелки завязала. Ось вам, чтоб женихи водились. Ой, спасибо тебе, Галю. Еще множество разных обрядов показали зрителям артисты Северского района. Фестиваль получился ярким и колоритным. Участников наградили дипломами и сделали общую фотографию на память.